Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хотела показать вам результаты обработки препаратом от клеща и белокрылки. Этот Актилик, по-моему, называется, да? Ну что, ребят, клеща я вообще не вижу. Но белокрылка не вся ушла, но стала гораздо меньше. Прям, знаете, растения ожили. Мне это вот это нравится. Я и другие же опрыскивала растения. И вот все равно сейчас смотрела, проверяла листики. Нет. И какая-нибудь там оттуда взлетает. В общем, надо обрабатывать еще и еще, и еще. Наверное, 2-3 раза, не меньше. Вот у меня сейчас этого препарата-то нет. Ну, не знаю, я буду другим обрабатывать. Или если найду, то таким. В общем, результат есть, но не 100% уничтожение. Я никак не могу определиться с поливом. Вот этот вроде мокрый. А вот этот вот слева, где листики лежат, стала проверять. Палец засунула туда, прям покопала, сухо. Значит, я мало поливаю. Но, опять же, боюсь залить. Листья надо убрать. Сбрасывает потихоньку листья, может быть, в спячку впадет. Ну, хотя, знаете, вот середка вроде какой-то листик лезет, значит, не впадает он в спячку у меня. Вот и сколько поливать их, как их поливать, ну, никак я не могу определиться. Вот с другими цветами, там, герань, хоя или сансеверии, как-то более-менее с ними все нормально, могу определиться. Здесь вот я не определюсь поливом, то боюсь залить, то боюсь не долить. Такое чувство, что, конечно, все-таки больше не доливаю, но у меня уже были случаи перелива, поэтому я никак не определюсь. Очень трудно мне найти золотую середину, и мне кажется, что, конечно, адениумом я просто люблю и обожаю, но такие они капризные, или у меня просто руки не с того места растут. Вот, ребята, я хотела показать мяту, которую я укореняла. Ну что, выглядит она в каком-то плане получше, что хотя бы листья стали зеленые. Желтые все это у нее отгнили, она сбросила. Видимо, было солнца мало и были листья заглублены. А вот сейчас вот зеленые макушки лезут. Ну, ребят, сквозь эту коробочку никаких корней я пока не заметила. Вроде как все растет. Есть надежда, что все-таки она берет что-то из земли и, может быть, укореняется. Но пока корней не вижу. Как увижу корни, тогда буду считать, что все укоренилось. Потому что порастет да перестанет. Так, сейчас ее чуть-чуть, совсем капелюшку пролью, потому что земля вроде как влажная сверху, чисто символически. И накрою опять крышечкой и поставлю на солнечное место. Ребята, я хотела показать вам фикус Бенджамина, который я пыталась плести. Так он, в принципе, он хорошенький сейчас. Вот. И я показывала, что он вкладки мои вот тут вставляла, расплющил. И сросся. Вот сросся вот здесь вот. Сросся вот здесь. Вот здесь вот выше сросся. Вот. На эту ветку, вот она, я, видите, накладывала лигатуру, чтобы немножко она согнулась, но она уже согнулась неплохо. Вот, ну, я смотрю там, куда? Ну, я смотрю, там вроде как терпит, что в ветки не впилась, не врезается, поэтому я еще оставлю ее для закрепления эффекта. Вот. Ну, вот так, в принципе, он неплохо выглядит, нравится, хорошенький. И с момента последней обрезки, наверное, прошло месяца два уже, и есть, конечно, результаты. Даже на видео сразу видно, что листики молодые идут. Вот здесь я делала обрезку. Ну и она боковые. Двинула там, какие были, двинула в рост. В общем, потихонечку она распушается. Вот. Здесь я не делала обрезку, а делала обрезку. Вот. Вот этот оставался. И вот видите, он растет сейчас. Хорошо растет. Ну, я так думаю. Вот тоже вот была обрезка. Видите, веточки. И вот она выдвинула молодую. Такую, ну, как длинную. Она, видно, была, вот боковые дает побеги. Можно сделать сейчас маленькую-маленькую прищипочку. Прям прищипочку. Чтобы, ну, был он более такой... ну, он и сейчас-то такой кругленький, но немножко, видите, как бы косматенький. Ну, чуть-чуть выбившийся можно подстричь, и чтобы... дальше пусть распушается. И это будет уже вторая обрезочка за осень.
за осень еще только. Так, ну, ребят, наверное, я не буду показывать, что я подрезаю. Ну, подрежу какие-то вот эти ветки, потом покажу общий вид, что стало. Друзья, обрезала я не очень много. Ну, вот так, чуть-чуть как бы сравняла, закруглила. Видно, что молодые побеги вот есть везде тут. Слава Богу, все хорошо. Вот. Ну, вот сколько только срезала я. Можно сказать, поприщипывала макушечки. Ну, сейчас пролью и все, ставлю обратно на свое место. Пусть растет дальше. Горбяй цветет, но мало, мало. Это вот вообще, вот это красное у меня, вот это мелкая, мелкая герань такая. Вот, а это вот другой сорт. Вот это вот крупные цветы. Это только набирает бутон вот. Это вот крупная герань. И я сажала часть на даче в землю. Там диаметр 4 или 5 сантиметров получается. Очень красивая герань. Меня кто-то просит прислать в Махачкалу. Ну, ребят, ну как я пошлю в Махачкалу? Это международная посылка. Она будет стоить черт знает сколько. В общем, такую даль я точно посылать не могу. Ну, наверное, на этом все. Может быть, сейчас еще внизу вам покажу растения свои. Эклера после обрезки стоит без изменений, вроде как. Никаких движений нет. Ничего не выпустила. Вроде как и не пропало ничего, но ничего не выпустила. Вот денежные деревья у меня. Здесь у меня целые как бы кусты. Здесь их 4. Вот это одно большое. Здесь у меня, по-моему, 3. Их уже надо стричь. Стричь надо. А я говорю, лаврушка пошла. Все лето так стояла, укоренялась, практически не росла. Я ее пересадила весной. Вот сейчас конец ноября она тронулась в рост. Когда на чем мои джунгли. Сейчас вот полила хлорофитом. Высоко стоит, трудно поливать. Видно, сноха пропустила. Здесь не полила. Ну вот, гераньки мои с улицы занесенные. Фикусы Бенджамина. Ну, это уже общий рост от пола, наверное, 2,80. Лимончики, фикусы. Опять лимончики. Так, ну вот, также, как продолжает набирать цвет, гибискус, вот, шифлера, а вот циперусу здесь жарковато, полы теплые все-таки сказываются, хотя я на поддоны поставила. Вот лимон, это который он выпустил, один, 5 или 6 цветков было, вот один завязался, а нет, вру, вот он второй завязался, лимончик, 2 лимончика есть. Ну, еще и старые не отвалились. Как-то он по 2 раза. Вот они висят. Вот один упал сегодня. Это я его задела, и он рухнул. Ну вот, ребят, смотрите, подняла. Смотрите, какой здоровющий лимонище. Здоровющий. А вот этот, наверное, еще в 2 раза больше. В 2 раза больше. Ну, вот так. Этот будем использовать в чай, на настоечки. Друзья, ну, заканчиваю я свой обзор по своему саду. В общем, приятно было с вами пообщаться. Рассказала кое-что, показала, как у меня идут дела. На этом все. Ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь, кто не подписался. И до скорых встреч. Пока-пока.